У ефірі програма «Новини регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас, глядіть у нашим випуском. Куди піраїде Могильовська інфекційна больниця? Реорганізація інфекційної служби в області. Розвітання зі школою. Опошні дзвінки гучать по всій області. Тепла чекати не доводиться. Далі у випуску про надвор'я. Концепція реорганізації інфекційної служби створена на Могилівщині. Після її затвердження приступають до розпрацовки проєктно-кошторисної документації. По словах начальника обласного управління охорони здоров'я Олександра Жиліна, вона буде підрихтована наприкінці року. Питання модернізації та оптимізації Могилівської інфекційної лікарні наспіли. Будинок, який вона займає, узведений у 1960 році. Тут частково проводився ремонт, однак спеціалісти відзначають, що наблизити оказання меддопомоги інфекційним хворим до європейських стандартів у таких умовах тяжко. Справа у тим, що інфекційні лікарні – це більш жорсткі санітарні норми, потлумачили спеціалісти. Обов'язкова умова – боксірвані палати малої вмішальності, наявність особних санвузлів і так далі. Лічили, що, каб зробити капітальний ремонт лечебної установи, необхідно більш за 10 мільйонів рублів. Але тільки ремонтом ситуацію коренним чином не зміниш. Як відзначають в управлінні охорони здоров'я, Могильовська інфекційна лікарня, наприклад, не має урачів функціональної діагностики – хірургів. Тому для специфічної консультації приходилося возити пацієнта у іншій лікарні, що незручно. У сувязі з гэтым канчаткова вырашана, што Магілёўская інфекційная больніца пераедзе на базу больніцы номер 1, вядомую як Лаусанаўская. Там, нагадаем, ёсць дзіцячае інфекційнае аддзяленне. Згодна канцэпцыі, неабходны рамонт гэтага аддзялення і ўзвядзенне прыбудовы. На ўсё плануецца выдаткаваць каля 7 мільёнаў рублёў. Як запэўніваюць у аблвыканкаме, медкадры захаваюць урачы і медсёстры, проста пераедуць на новае месца працы. Больш сотні водителей у Могилевской области притягнули до отказности за рух автомобиля днем без близкого светлофар. Нагадаем, с 25 мая по 5 червеня у Беларуси проводится комплексное мероприемство «Увага, дети». У дзяжаўнай инспекции упэўнены, что светло на автомобиле повинно додатково притягнуть увагу юных пешеходов и попередить трагедию. Дзяжаўтаінспектары адзначаюць, што яшчэ 25-26 мая за адсутнасць блізкага святлафар ці хадавых агней папярэджвалі вадзіцеляў, цяпер пачалі наказваць. З 27 числа уже начинаем штрафовать людей за невыполнение требований правил дорожного движения. На сегодняшний день более сотни водителей уже подвергнуты административному взысканию в виде штрафа до 2 базовых величин. Інспектары зауважаюць, што некаторыя вадзіцелі блізкае святло фар не ўключаюць, а карыстаюцца толькі хадавымі агнямі. Ближний свет фары или же противотуманки. Надо включать, потому что, чтобы видели дети. Включаю зажигание и завожу машину. И сразу загораются они так называемые ходовые огни. Ниже фары, такие как противотуманки, это они называются ходовые огни. Они постоянно горят. Всегда. Я их выключить не могу. І на цих їжджу. І гэта таксама дазволена. Аднак, кажуць у дзяржаўтаінспекцыі, хадавыя агні не трэба блытаць з менш яркімі габарытамі. По ідеі, што ему штраф не дадуць только потому, што он уже включил какое-то себе обозначение. Но с точки зрения правил дорожного движения, естественно, он нарушает. Вместо ближнего света могут быть использованы противотуманные. Нагадаем, абавязкова рухацца з блізкім святлом фар ці хадавымі агнямі вадзіцелі павінны да 5 чэрвеня. Штраф за парушэнне патрабавання да 2 базавых велічынь, а гэта 46 рублёў. Таццяна Сергійчык, Віталь Вопсіў, Навіны рэгіёна. 30 мая у Могилевской области опошний звонок прогучал для крыху болей за 10 тысяч 11-классников. Урочистые линейки отбылись во всех школах региона и в уголе республики. Для выпускников надыходить отказная пора, и все им ждали удачи. А главное – знайти себе в жизни. Наш репортаж с Могилевской школы номер 2. Я наедусь у новое житё, с усмешками, однако с хваляванием. У 20 выпускников другой Могилевской школы разные планы на житё, але покуль однольковые почутці, сум развитания и радость спотканья. Отлично, и все, и в это же время волнительно. Но я думаю, что все у нас получится, и все будет хорошо, потому что мы все одна дружная семья. Я жду исполнения своих желаний, ну, исполнения желания стать кем я хочу, поступить. Просто хочу стать дизайнером и
доставлять людям какую-то, не знаю, радость в вещах, которые я буду делать. Я еще не поняла конкретно дело своей жизни, но я буду искать. Человек же всю жизнь находится в своих поисках чего-то. И, конечно, я думаю, каждый из нас будет немножко в душе скучать по школе, даже если это были и сложные времена. Церемонія апошняга дзвонка проходить у актовій залі. Яна урочисто упригожена і повна людей. От батьків, які хвалюються за своїх дітей напередодні відказної пари, до учнів молодших класів, яким вельми хочеться бути уже старшокласниками і дорослими. Але час біжить хутко. І ось уже випускники, і для їх самые теплые слова. Они такие все удивительные, неординарные, и красивые, и добрые, что у них все-все-все обязательно получится. Мы в это верим, мы надеемся, и мы даже, ну, скажем так, не сомневаемся в этом. Каждый раз это так трогательно, и хочется пожелать только самого светлого, радостного. И прощаясь, вот пожелать им удачи, тепла, нежности. До речи, у другую школу пришел на опошний звонок гость. Скульптор Андрей Веробьев зарабил в своей родной школе особливый подарунок. Звон у выгляде символичных для Могилева и самого скульптора и льва, и с фрагментом герба областного центра. Выпускникам сподобался, и для их есть творчее пожадание. Знайсти себе. Это наивеликшее счастье. Ведать, для чего живешь, прочинаться счастливым, что ранится. И нехай так будет. На школьном дворе есть древо, которое посадили выпускники, на память для родной школы. И через каких-нибудь 10 лет мы сюда обязательно всем классом вернемся, чтобы посмотреть, каким оно стало за эти годы. Тем более, что сёлета тут отзначают двойный юбилей. 110 годов другой школе и 750 год городу Могилеву. И обедве даты близкие выпускникам. Поздравляем! Илона Иванова, Виталий Алексеенко, новини региона. Больше за 200 пар выпускников станцевали вальс на площади Славы у Могилеве. Городское мероприемство перемерковали до опошнего звонка и 750-годия Могилева. До свята рыхтовалися 3 месяца, каб у финале отрымалося яскравое шоу. Яны репетировали по несколько годин, заставались после занятков, каб на городском святе сдать свой особливый танцевальный экзамен. На площадь Славы вышли выпускники по 4 пары от каждой научальной установы Могилева. С ним вообще танцевать очень легко. Хороший партнер, на ноги не наступает. Танцевать вальс – это же красиво. Люди будут радоваться, ну и мне тоже приятно. Свой вальс выпускники присвятили батькам, наставникам и родному городу, який хутко отзначит юбилей. Это наш город, мы здесь родились. Здесь наши родители родились. Он очень красивый, много достопримечательностей. Я очень люблю город, я вообще люблю всякую шумиху, люблю везде участвовать. Всегда принимаю участие во всех городских мероприятиях, с танцами, с школой, поэтому мне нравится, тут всегда весело, интересно. На самой главной площадке нашего города, возле городской ратуши, символа городского самоуправления, в юбилейный, прекрасный год для нашего города, 750-летие, 1300 выпускников могилевских школ закружится в ритме вальса. И вот это вот единение, вот это вот радостное такое событие, когда его отмечают все вместе, что еще может быть лучше? А пошний звонок прогучал. Напереди экзамены, централизованное тестирование, поступление. Але еще будут и выпускные вечеры. Яны пройдут 9 червеня. Алина Соловьева, Александр Артемьев, новини региона. 169 будущих наставников физической культуры сёлета выпускники факультета МДУ имя Куляшова. Опошний звонок прогучал для их не каля стен Альма-Матер, а на больш звычайной пляцовце университетским стадионе. Свои веды выпускники одного из найстарейших ВНУ Беларуси будут передавать выхованцам дитячо-юнацких спортивных школ. Имены многих студентов и теперь ведомые громадскости. Это чемпионы света и Европы, призеры и удельники олимпийских гульнев. За досягнение у спорте яны отримали подяки и грамоты, а их будущие выхованцы подарили спортивное шоу, где теперешние выпускники упершиню были не удельниками, а глядачами. Решаем несколько задач на этом празднике. Помимо чествования, помимо выражения искренней благодарности выпускникам нашего факультета, конечно, мы рассматриваем этот праздник и как прямое продолжение учебного процесса, поскольку многие наши студенты получают первое рабочее место именно по специальности, и думается, что подобного рода мероприятия спортивно-массового характера они будут пропагандировать там, где будут работать. Тем часом Могилев собрал лепших триатлонистов Беларуси. За узнагороды чемпионату и першинство Беларуси у областным центре змагались больше за 80 спортсменов. Наймацнейших вызначали у плавания, бегу и велоспорте. За спаборництвами назирал Илья Соболев.
Магілёў – любимое место белорусских триатлонистов. По традиции, головные республиканские старты года проходят у Пячерским лесопарку. У этом виде спорта шмат залежит от надворья. Так, у конце мая вода у Пячерским озере еще холодная. И споборництвы по плаванию перенесли у бассейн. За тройку, конечно, будем бороться. Ну, плавание прошло нормально. Мы улучшили свои результаты. Прошло все, как хотели. Ну, сейчас вот у нас велобег. Конечно, будет сложная гонка, потому что ветер сейчас поднимается. Наверное, дождь пойдет. После велогонки спортсмена чакает бег. А пошний вид программы самый непредсказальный. Этим и цікавый триатлон. Бег очень сложный, является специфический такой момент, что он происходит сразу после велосипеда. Если мышцы не подготовлены, то бежать сразу очень тяжело. И здесь нужны длительные тренировки, большой опыт, много работы. Мне очень нравится эта трасса, мне очень нравится здесь бегать, плавать. Очень интересная трасса сама по себе. Ну, а самым сложным, наверное, был бег, так как я уже устала после велосипеда достаточно. А так, мне очень понравилось здесь. На хатнем турнире могилевские спортсмены завоевали 5 медалей. И все у першинстве Беларуси. У конце червеня наши триатлонисты выступят у чемпионате Европы сярод юнаков. Споборництвы пройдут у литовским Панявежисе. Илья Соболев, Миколай Соболев, новины региона. «Мы верим у цуды» – концерт справоздача продюсерского центра «Ступени» областной филармонии прошел в Могилеве. Звычайное плановое мероприятие стало для юных артистов соправдным маленьким цудом и подарунком до летних вакаций. Подробности в наступном сюжете. Гульні, подарунки, герои любимых мультфильмов и веселые клоуны. Концерт начался с соправдного дитячего свята. Его организаторы такие незвычайный формат обрали не выпадково. Концерт приурочен и к Дню защиты детей, и к 750-летию нашего города. И весь наш итоговый, скажем так, результат за прошедший текущий год. Мы хотим подарить всем радость, хотим подарить настроение и дать возможность нашим деткам выступить на сцене и подарить зрителю хорошее настроение. Выником працы центру за год стали перемоги на республиканских и международных музычных конкурсах, шматликие концерты. Сегодня вокалом и хореографией у им занимаются больше за 30 выхованцев самого разного возраста. Здесь безумно классные ребята, классные педагоги. Мы стали большой семьей, и поэтому я думаю продолжать заниматься здесь и развиваться также тоже здесь. Я занимаюсь вокалом с 5 лет, мне очень нравится. Это очень весело, также позитивно. Я всегда хожу заниматься вокалом, чтобы быть хорошей певицей. Я очень люблю петь. Шоу от продюсерского центра «Ступени» завершилось великим концертом маленьких талентов. И он стал для их черговой приступкой на профессийную сцену. Ирина Бродиловская, Александр Тарасов, новини региона. Сорок год на аварте правопорадку и безопасности населения войсковая часть 6713 отзначила юбилей. У лику гоноровых гостей урочистостей первый командир объединения у минулым министр внутренних справ России Анатоль Куликов. У приватности Анатоль Куликов отзначил, что внутренние войски должны быть готовы выполнять главную задачу – заховывать территориальную целостность и стабильность в республике. Как и 40 год тому бойцы конвойного полка, так и теперь бойцы 5-й специальной милицейской бригады эту задачу выполняют выдатно, подкреслил генерал армии. У подтверждения этих слов военнослужащим уручили узнагороды и памятные подарунки. И снова до летней темы. У первые дни червеня на Могилевщину прийдет легкое похолодание. Не обминуть в область и навальницы с мощным ветром. Навод конец мая будет не надто спякотным. Так, у середу 31 мая у день на большей части территории прогнозуются короткочасовые дожди. У особных районах навальницы. Порывы ветру могут достигать 15-18 метров за секунду. Температура по ветру покуль будет комфортной до плюс 24. А вот 1 и 2 червеня дневные температуры будут максимум плюс 18. Чекаются короткочасовые дожди с навальницами. Сподяемся, это ненадолго. Лето все ж повинно отповедать своей назве и пары года. А на этом я с вами развитываюсь. Дякую, что были с нами. До встречи.